Я самолетик Томас. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. Иначе я найду тебя, намотаю на свои винты и съем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хей, ребята, всем привет! И на моем канале Середа Студио вышел новый мультик «Бегемот против Великой Матери Мегафон». Просто, друзья, нереальная эпичная битва получилась, обязательно зацените. Ссылочка находится в описании. Ну и также, ребята, подпишитесь на канал Середа Студио. Знаете, ребята, такую песню? Я как паровозик Томас, да? А у нас тут, смотрите, ребята, что есть. Самолетик Томас, брат паровозика Потому Томаса. Потому что в самолете вся зависит от винта. Хей, ребята, всем привет! С вами снова я, Слайк Маст и Дарк. И у нас сегодня, ребята, будет видео про самолетика Томаса в игрушке под названием Брикрикс. Доброго времени суток, друзья! В общем, да, ребята, брат паровозика Томаса, самолетик Томас, большой-большой, ребят, огромный такой самолет с целыми четырьмя пропеллерами, очень, ребята, грозный, опасный. Естественно, ребята, вообще сам по себе паровозик Томас, он милый, добрый, хороший такой, знаете, паровоз, самый обычный. Вообще никакой опасности он не представляет, но у нас-то, ребята... Как бы Брикрикс с монстрами. Так что у нас, ребята, проклятый демон. Какой-то паровозик Томас. Вот это, ребята, если что, паровозик в него может превратиться. А его, ребята, соответственно, брат-самолетик тоже недобрый, а очень-очень злой самолет. Сегодня мы, ребята, будем выживать от самолетика Томаса. С вас, друзья, много-много лайков. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И мы, друзья, полетели. Так, ребята, мы начинаем. Че ты, самолетик Томас, готов? О! Эй, так нечестно. Все, ребят, поехали быстрее. Взлетай давай. Ё-моё, как он, друзья, быстрый. Офигеть. Убивать, убивать. По-моему, это, ребята, фраза у всех монстров звучит. Особенно, когда за них играет Дарк. Когда, ребята, за них Дарк играет. Ты уже за мной охотишься, что? А, тихо, тихо, тихо. Дарк, ты чё? Ты что, с цепи, что ли, сорвался, а? Да, проголодался. Нет. Со взлетной полосы сорвался. Ой-ой-ой-ой, ребята, поехали. Ё-моё, он за мной летит. Ты чё такой быстрый, а? Офигеть! Небоскреб, ребята, упал. Нормально, все хорошо. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, машинка. Машинка, если чё, ребята, вообще даже не дрифт, корчи близко. Она вообще, ребята, не дрифтит. Да и такая, знаете, самая обычная, простая, не быстрая. Не какая-то суперпрочная, не дрифтючая. Машина, ребят, самая обычная. Вот давайте попробуем на ней выжить. А то постоянно, ребят, какие-то суперкары, какие-то дрифт-корчи, да, японские. Корчится в дрифте. А вот, ребята, самый обычный такой вот автомобиль какой-то. Автомобиль! Ё-моё! Так, все. Так, я тебя потерял из виду, это нехорошо. Я в городе. Я тебя даже не вижу, Дарк. Ой, тень увидел, пролетело что-то. Где-то там, ребят, он летает. Вон он, самолетик Томас. Кстати, подожди, у нас, получается, есть самолетик Томас. А ты помнишь, как у нас есть еще один летающий монстр? Тоже, кстати, синего цвета 20 века, а? Ребят, можно будет битву, да, устроить акулы-самолет против паровозика. Самолетика, ребят, Томаса. Дарк, я тебе даю подсказку, я на эстакаде. Так. Ой. Эй, тихо. Друзья, тихо, нет. О, повезло. Ё-моё. Вы это, ребята, видели? Реально прям повезло. А, как ты меня попал? Просто, друзья, разорвало в клочья. Офигеть. Но, Дарк, я еще выжил. Я катапультировался, ты понимаешь? Ребят, как я еще выжил? Еще и 100% хп. Катапультация, походу, в машине какая-то, ребят, сработала. Меня выкинуло куда-то в воздух. И я, знаешь, где приземлился? Я приземлился прямо возле гаража. Что? Практически быстро. Успел, ребят. Ох, ребят, смотрите, какая прикольная BMW. Хоть я, ребята, не сильно фанат BMW, но довольно-таки она прикольно выглядит. Так. Ой. Ой-ой-ой. Ты вообще, Дарк, видишь, а? Я, ребята, смотрите, небоскребы падают. Капец ты быстрый. Капец, ребят, он быстрый этот паровоз. Какой, ребят, паровозик? Самолетик Томас, да? Брат паровозика Томаса. Так, сюда. Тихо. Вот сюда давайте, ребята. Все. Аккуратненько, проехали. Давай, машинка. Ты вообще меня видишь? Пока нет. Если бы тебя видел, ты бы уже не жил. Я езжу, если что, по кольцу. Какому еще кольцу, обручальному? Вокруг города. А, он меня заметил. А, фиг. Фух, ребят, из-за того, что я затормозил, я выжил.
Если бы сейчас, ребята, в этот дом бы врезался, то я бы погиб. Ой, как повезло, повезло, ребята. Так, давайте, что ли. Не, я, ребят, лучше по кольцу буду ездить, хотя слишком опасно, опасно, опасно. Сюда давайте, ребятки. Направо, направо. Все, отлично. Давай, 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 направо, давай. Направо, направо, это твое право. Ты где? О, я тебя вижу, Дарк. Прям за мной, блин. Я тебя тут. Летит. Причем реально, ребят, летит. Капец ты быстрый. Так, 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 так. Тихо, тихо. Ай, ребят, не машу. Перекрутили, перекрутили. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Фух. Все хорошо, хорошо. Сюда, ребята, в город. Давайте. Хотя, по-моему, там уже нет. Пока что здесь, ребят, еще завалов нету. Прям таких жестких. Можно еще более-менее хоть как-то здесь ездить. Кстати, да, ребята, если вам понравится данная серия про самолетик Томас, то мы, ребят, мало того, что битву устроим, да, против паровозика Томаса, брата самолетика Томаса и нашей летающей акулы, акулы самолета, так мы еще, друзья, устроим какую-нибудь РПшку с самолетиком Томасом. А, ребят, все нормально, засейвились, засейвились, выехали. Дарк, если что, на эстакаде. Ой. Это зря сказал. Ой, 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 аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Меня, друзья, траекторию меняем, 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 меняем. О! Так, ребята, едем до эстакаду. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Давай, 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 машинка. Аккуратненько, аккуратненько. Главное, ребят, с эстакады не свалиться. А, рядом, рядом, ай, попал по колесу. Я бы думал, лучше свалился по бамперу, по бамперу. Ё-моё, о! Все, ребят, хорошо. Все нормуль. На колеса мы, ребята, еще, смотрите, приземлились. Кстати, ребят, бэха довольно-таки, видите, мощная такая, бронированная, так скажем. Ты мне, Дарк, только бампер повредил. Через домань тебе бампер, что. Так, аккуратно, аккуратно, нет, нет, нет. Давайте, ребята, в город. Давайте вот здесь прошмыгнем. Прошмыгнем, прошмыгнем. Опа-на. Тихо, тихо. Вот все, аккуратненько. Давайте, что ли, друзья, вот сюда вот заедем. Сложно летать на самолетике, Дарк? Ну, не просто. Так, сюда, ребята. Ай, колесо отвалилось! И второе колесо отвалилось. А, ребят, чинимся быстрее. Мы еще и застряли. 5, 4, 3, 2 и, друзья, 1. Так, ребята, снова едем до эстакаду. Ой, зачем я это сказал? Тихо, 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 тихо. Заметили, походу, меня. Заметили. А, ребят, главное не свалиться, главное не упасть. А, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Управление, друзья, управление теряем. О, капец, а. Давай, давай на колеса. Теперь у нас, ребят, довольно-таки прикольный такой вот кабриолет. Так, сюда, сюда. Заходим, ребята, с дрифтом. Все, неплохо получилось. Теперь, ребят, вот сюда. Вот, идеально. Ай, попал! По колесу. А, еще, друзья, до попадания. БМВ еще, ребят, смотрите. Еще хочет ехать. Срочно покидаем, друзья, эту машину. Сейчас этот дом упадет и будет плохо. Бежим, бежим, бежим. О, спасибо, Дарк, то, что меня высадил возле гаража снова. Я стараюсь добычу подольше помучить, как можно дольше. Ой-ой-ой-ой. Так, все, ребята, мы взяли новую машину. Бедно это BMW, конечно. Но мы на ней довольно-таки долго выживали. Ой-ой. Дарк, даю подсказку, еду в аэропорт. Едем, ребят, в аэропорт. О, едешь ко мне домой? А, ну, кстати, да, ты же из аэропорта прилетел к нам. Опасно, опасно, ребятки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все хорошо. А, машина, ребят, подпрыгнула. Нормально все, все хорошо. Диски, ребят, поотлетали немного. Вау, что? Это, ребят, что сейчас было? Вы это видели? Самолетика Томас. Ты видел это? Сейчас у меня машина подпрыгнула, сделала такое боковое сальто. И на колеса. А, ребят, приземлилась. Меня взрывную волну, ребят, откинуло. Или колесо оно повредил. А, нет, 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 нет. Ребята, едем, едем, едем. Ой, повезло. Ой, сейчас бы, ребята, пропеллер бы намотало. Ой, ой-ой-ой-ой. Бойся. Опасненько. В смысле? Каких желаний? На пропеллер, чтобы намотало? Не-не-не-не-не. Так, давай, давай, машина без колеса. Едь, лучше, лучше езжай. Так, паровозик, ребята, Томас уже здесь. Ой-ой-ой-ой. Так, давайте, ребята, сюда. Обратно поехали в город, в город, в город. Так, он близко. Он, ребят, реально близко. Давай, давай, давай. Машина, ребят, уже так быстро, к сожалению, не едет. Без колеса, без переднего. Он сзади. Ребят, он уже сзади, 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 сзади. Давай, давай. Нет, попали. Офигеть, еще, ребят, попали. Но мы еще живы. Оглушили, друзья, оглушили.
Ой, чудо, только что реально, ребята, пропеллер, понимаете, не домотало. Машина! О! Капец. Так, ребят, бежим, бежим, бежим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, машину намотало. Убегаем, убегаем, убегаем. Ай, теперь, ребят, походу, по мне стрелять сейчас будут. Крылом, ребят, рубанули. Крылом по голове. Капец. Крылом. Меня, ребят, перед этим еще и оглушило, а потом еще и крылом рубануло. Короче, да, друзья, вот такой вот мега крутой, опасный паровозик Томас. Самолетик. Ой, ребята, самолетик Томас. И давайте я теперь поиграю за самолетик, а Дарк поиграет за машину и попробует выжить. Так, ребята, полетели. Ух ты. А он довольно-таки, друзья, хорошо летает. О, Дарк, так я тебя сейчас быстро убью. Ты уже поехал, да? Да, только не с катушек. О, ребят, видим Дарка, он прямо на холме. Так, стреляем. На-на-на-на-на-на. О, ребят, близко было. Ничего, сейчас, ребят, найдем мы его еще раз и завалим. Так, доводимся. Во, вижу, вижу, вон он, ребят, едет. Так-так-так, стреляем. Так, ах, блин, ребят, я понял, нужно, короче, с упреждением стрелять. Самолетик такой быстрый, такой управляемый. Нифига себе, ребят, конечно, круто управляется. Так, ладненько. Так, ты где-то в городе спрятался. Да, ломаем, да, ребят, все дома в городе. О, вижу, ой, вон, страшно, ребят, Дарк. Вон Дарк на красненькой машинке. Так, доводимся. Красную машину в сером городе сложно не заметить, знаешь. Ну, кстати, реально. Так, на-на-на-на-на-на-на, получай. Ой, тебе повезло, по-моему, да? Не попал. Повезло, ребят, рядышком-рядышком было. Так, вот сейчас, друзья, не повезет. Прям 1000000%. Так, рядом. На-на-на. Не повезло. Как ты постоянно уклоняешься так? Так, ладно, друзья, не знаю, я не уклоняюсь, я, в принципе, стараюсь на этом дулете хотя бы передачу какую-нибудь переключить постоянно. А что за машина? А, ребят, Жигуль, Жигуль, точно, Жигуль, Жигуль, Жигуль. Так, пролетаем. Как я вовремя затормозил. Сейчас, подожди, Дарк. Знаете, ребят, довольно-таки вроде легко летать, но реально прям сложно именно попасть. Дарк такой просто маленький, такая, реально, ребят, точечка, блин, малюсенькая едет. У него что, еще бесконечная пушка, что ли? Да. Ё-моё. Ты не знал об этом? Нет, только сейчас про это понял. Так, хорошо, и тогда, ребят, просто наваливаем, наваливаем, наваливаем. Так, 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 так. Если бы ты стрельнул в этот дом пару секунд позже, ты мог бы меня завалить этим домом. Ну, в принципе, сейчас мы исправим эту ошибку. На-на-на-на-на. Да, блин, миллиметры, ребят, миллиметры. Дарку так сильно везет. Кто бы говорил, сколько тебе там раз везло, когда я в тебя стрелял. Ты, кстати, возле ямы зачем едешь, а? На, есть попадание. Ой-ой-ой. Стой, ты выжил? Ничего не отвалилось. Ты еще едешь? Да. Как? Мне багажник открыл. Ну ладно, сейчас, 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 подожди, ну, подожди, подожди. На! Еще, друзья, есть попадание. Давай, едь, друзья. Ты еще все равно едешь? Да как? О, ребята, смотрите, там вон паровозик едет. Был бы Томас, помог бы мне. Мой братишка. На! Я тебя еще затаранил, блин. Как ты еще жив? У тебя чисто передние колеса остались? Я еще одну заднюю. А ну-ка, ребят, подождите, давайте глянем, что там с Дарком. Что это такое? Так, хорошо. Разворачиваемся. Ты что, в аэропорт поехал? Да, к гаражу за новую машину. Не-не-не-не-не-не, никаких гаражей, никаких новых машин. Стреляем, друзья, по Дарку. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Есть, еще, кажется, попал. Ты умер? Ты меня прям в воздухе выбил из машины. Так, ребята, уничтожаем эту машину прям до конца. Все. Уничтожено. И мы, ребята, Дарка убили. Хорошо, Дарк, бери новую машину. Давай, жду. А, ребята, самолетик Томас пока полетел радоваться своей добыче. Так, ребята, ищем Дарка. Он взял что-то новенькое. О, ребята, я, кажется, заметил Дарка. А здесь, уважаемые пассажиры, слева вы можете видеть разруху Бриксвеля. А справа вы можете увидеть паровозика Томаса. Самолетика Томаса. О, ребят, в смысле, да. Самолетика Томаса. А, мы застряли. Так, 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 обратно за руль, обратно. А, о, дом упал. А, мы теперь, ребят, свободны, свободны. Полетели, полетели. Так, давай, 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 давай. Едет еще, серьезно? Да. Как? А автобус же. Ненадолго, 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 ненадолго. На. И запас прочности большой. Запас, ребята, прочности реально большой. Он, по-моему, еще едет. Да, едет. Давай, давай, газу, газу, газу. Ненадолго. Скажи то, что еще едет.
Да, едет, едет. Да не может быть! Ты реально едет. Так, ну. Теперь точно не едет. А я тебя развел. А, ты уже убежал за другой машиной. Да, пока ты рушил автобус, который просто стоял, из другой машины побежал. Ребята, ищу Дарка. Кстати, я тебя сейчас реально не вижу. Ты такой маленький просто, Боб. Такой бегаешь. Я, ребят, и не знаю. А, вот он ты. А, ребят, я затаранился. Это что ты там взял? Какой-то... Что это, а? Надеюсь, что какая-то броня будет. Забыл, сейчас сказал про броню. Ты горишь уже? Думал, все. Ребята, это просто самолетик реально имбовый. Так, 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 огонь, 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 огонь. О-о-о. Я в гараже спрятался. Иди ты в баню. Не-не-не, сейчас Дарки тебе завалю. Убери давай машинку. Ладно, давайте, ребят, дадим Дарку небольшую, так скажем, фору. Пускай он возьмет машину. О, буду реально благодарен. Все, бери, бери машину, уезжай давай. У тебя 20 секунд форы. А мы, ребята, полетаем. Самолетик реально, кстати, ребят, крутой. Можно, знаешь, какую, кстати, Дарк будет битву устроить? Самолетик Томас против самолетов других. Ну, не Томасов, да, а обычных там всевозможных военных. Я понял, понял. Прикольно, ребята, будет, мне кажется. Да, идея вправду интересна. Так. Или самолетик Томас против зениток. Вы как раз, ребят, просили военку. Так, 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 так. Где ты, где ты, где ты? Взял что-то уже, нет? Да, катаюсь, ты меня просто не видишь. В смысле? А, ты меня обманул, вот обманщик, а. Ребят, сейчас будет бум-зум. Так, поднимаемся повыше. И пикируем. Прям, ребята, на нашу жертву. Огонь, 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 огонь. Ты уже уехал, что ли? Я вообще не там. А, вон ты, возле свалки, ребят, вижу. Так, наводимся, наводимся. Огонь, 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 на-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 на, все. А, все, убил, убил, убил. Просто, друзья, видели, в клочья разорвали. Без шансов. Мы этот грузовик. Офигеть. Я думаю, мы сегодня, ребят, неплохо так полетали, пофанились, поугарали, повыживали. Если вы, ребята, хотите прям полноценную РПшку с самолетиком Томасом, давайте наберем на этой серии много-много лайков. Также, друзья, ждите битву против паровозика Томаса. Опять же, если будет много-много лайков против акулы самолет, можно даже будет, ребята, битву устроить против других самолетов. Можно, ребят, будет битву против зениток устроить, против танков. Короче, да, друзья, вот такая у нас сегодня прикольная серия получилась. С вами были я, Слайкмаст и Дарк, и самолетик, ребята, Томас, брат паровозика Томаса. На этом мы, друзья, конечно же, с вами прощаемся. Всем, ребята, пока-пока. Всего хорошего, народ!